kite surfing in my life. So I just did some demonstrations yesterday and the day before, and the people really like it. It's all nice people on the beach. There's about 300 people and music non-stop. So. Полил сухие грядки, солнцу потянулись ветки. Что за стих, какая сила? Почему дурак в Парнасе? Франкенштейна из могилы заценили в Гондурасе. Природа быстро проводит свою конверсию, да, так правильно называется. На самом деле создавать ненужные военные объекты, там строить какие-то громадные оборонительные комплексы и редуты. Природа этому обычно очень сильно противится, да, и она очень быстро эти ландшафты нивелирует. Прошло всего лишь несколько лет, и вот сейчас и ни один человек, наверное, не скажет, что здесь когда-то пестовали Марс, да. One, two, three. С вертолета иллюминации, тёлки, тёлки, тёлочки, VIP овации, бармен, два мохито, грация с бразы. Я буду курить две сигары сразу, как потеет тело в норковой шубе. Где лично я здесь чувствую очень себя, ну, тепло и свободно так. Мне кажется, мы несказанно рады тому, что отсюда ушла военная база, и что здесь вот праздник спорта, не знаю, там, свободы. Был в Керчи, не был, молчи. Ты был в Керчи, не был, так молчи. Ты был в Керчи, не был, молчи. Ты был в Керчи, не был, так молчи. Ну что ж, все окей, мы продолжаем. Агамемнон, владыка Микенский, зачем ты разрушил Трою? Ты вызвал хаос вселенский. Слышишь, церберы воют? Пустите сюда Диониса, пусть плещет вина в фонтаны. Орфей, открывай кулисы, встречайте рассвет долгожданный. Yeah, it's really cool, or it's a really cool scene to have it. Like, it's a beach with on a military zone, but now it's open for the people and they have a cool event there. So it's nice to see good places in kiteboarding. ОПНР – это всегда такой быстрый сгусток энергии. То есть вот сейчас здесь играешь концерт, люди получают какой-то эмоциональный разряд в данную секунду. Угощайтесь, ребята, космос гром на твердой пачке. Братан привез из стройбата джинсы, одра и жвачки. Молодежная субкультура, свежие тенденции, европейские процедуры. Ломанули Гойко, Митича, Модерн Токен со скутером. ГДРовские индейцы в плену у компьютера. Похоронили рок-н-ролла, Манавара, креатора. ГДРовские индейцы в плену терминатора. Одна из проблем человека — это вписывать
свои собственные кармические устремления, да, на планетарном уровне. Вот Крым — такое место, где очень легко работать, при этом как бы чувствовать себя в таком многолетнем отпуске.